Здравствуйте, дорогие родители лего-увлеченных детей! Я думаю, каждый из вас когда-нибудь рано или поздно начинает сталкиваться с проблемой, когда детали от лего-конструкторов начинают заполонять весь ваш дом, всю вашу жизнь, всю вашу квартиру, комнаты, полы, ванны. Вы уже не понимаете, что происходит, какие детали относятся к каким наборам. Это полнейший лего-мега-хаос в вашем доме. Именно для того, чтобы ваш дом не был полностью завален разобранными наборами Лего, мы сконструировали автоматический сборщик наборов Лего. Лего Jet Builder 248U. Внешне он напоминает, как вы уже, наверное, заметили, обычный пылесос. В принципе, он и сделан на базе обычного пылесоса, но модифицирован одной очень классной и важной функцией. Он умеет сам собирать наборы Лего. И сейчас мы вам его продемонстрируем в действии. Так, если вы хотите посмотреть все наше, наш супер-пупер пылесос, то тогда не выключайтесь. Так. Давай, Дуэль. Так, сейчас вы увидите его в действии. Он немного сложно включается. После того, как все детали сконсолидированы внутри корпуса, Lego Jet Builder 248U сам автоматически линкуется с серверами Lego, которые расположены в подземных бункерах под Королевским дворцом в Копенгагене, и сам подбирает оптимальный набор, который можно сделать из этих деталей. Смотрите. Так, и теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось у Lego Jet Builder. Открываем корпус. О, полярная машина, классно! О, он собрал полярную машину из этих деталей. Давайте посмотрим. Отлично. Спасибо, Lego Jet Builder. Отлично. Спасибо. Справился. А что на сегодня все? Итак, если вы хотите посмотреть еще на наше видео, врубайтесь на наш канал g.4.